Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта FinTech Stop, организатора профессиональных онлайн-событий. Наш сегодняшний вебинар посвящен теме ликвидации компаний с иностранным элементом. С 2002 года на фоне санкций многие компании с иностранным участием, зарегистрированные в Российской Федерации, приняли решение ликвидироваться, либо заморозить свою деятельность. Надо сказать, что эта тенденция, она остается актуальной и в 2024 году. При этом в целом ликвидация компании – это сложный процесс, но еще больше нюансов и острых моментов возникают в случае, когда речь идет о ликвидации компаний с иностранным участием. Более того, здесь постоянно происходят какие-то изменения, которые требуют разъяснений профессионалов. И от участников наших событий нам поступало много вопросов по части ликвидации таких компаний, поэтому мы решили посвятить этой теме отдельный вебинар и пригласили выступить перед вами сегодня юристов из юридической компании BBNP. Коллеги более 25 лет занимаются вопросами ликвидации юридических лиц, и в последние годы особенно у них было много кейсов по юридическому сопровождению ликвидации компаний с иностранным участием. Более того, BBNP заслуженно отмечена ведущими юридическими рейтингами, как один из лидеров в области корпоративного права. В частности, это рейтинги «Право.ру», «Коммерсанта» и «Российской газеты». В общем, мы, как всегда, приглашаем делиться опытом с вами только лучших экспертов. И сегодня юристы BBNP нам расскажут о правовых и бухгалтерских аспектах ликвидации, раскроют основные проблемы, с которыми сталкиваются ликвидирующиеся компании, и самое главное, предложат решение этих проблем. И самое время представить наших спикеров. Максим Барашев, управляющий партнер юридической компании BBNP, Кирилл Щербаков, партнер и руководитель корпоративной практики, а также старший юрист Алексей Чичеренков. Коллеги, прежде чем передать слово нашим спикерам, я напомню, что у вас есть замечательная возможность получить ответы наших экспертов на волнующие вас вопросы. Пишите их в чате прямо под онлайн-трансляцией. Мы ни один запрос ваш не оставим без внимания. А я сейчас с радостью передаю слово Максиму. И перехожу в стан зрителей. Друзья, Максим Барашев, управляющий партнер юридической компании BBNP. Максим, вам слово. Максим Барашев. Да, прежде всего еще хотел сказать, что после окончания я вижу, что мы получили много вопросов очень. Мы на них обязательно ответим в процессе нашей презентации. Но в любом случае мы ответим на все. Мы сделаем подробный разбор на нашем телеграм-канале, именно с акцентом на в общем-то, 24-й год, на актуальное регулирование. И, соответственно, выложим там интересные кейсы, в том числе из нашей практики. Поэтому переходите, подписывайтесь, мы на все вопросы обязательно ответим, на те, которые не успеем сегодня. По статистике компаний, то, что мы проанализировали, у нас рынок покинули, как показано на слайде, около 257 компаний американских, 55 британских. Вот как вы видите на слайде, и Германия, Франция, Япония, Испания, более 300 компаний из иных стран. Это, в принципе, более-менее релевантные показатели. На днях, совсем недавно, Минпромторг сделал заявление касательно компаний, которые покинули рынок. По мнению Минпромторга, Россию покинула только пятая часть крупных компаний. Да? То есть это там порядка из 500, покинули порядка 100 компаний. В принципе, вот по статистике, которую мы здесь изложили, да, безусловно, компаний значительно больше, которые покинули российский рынок. Но мы здесь говорим как раз об
некой общей, да, статистики не только о крупных компаниях. Поэтому в целом, если говорить о компаниях, покинувших российский рынок, то их значительно больше, чем 20%. Но тем не менее, да, тем не менее, тенденция такая, что если в 2022 году многие компании принимали решение именно уходить, и, в принципе, там, скажем, там о заморозке, может быть, у многих речь не шла, то начиная там, с 2023 года уже многие компании стали принимать решения, скажем так, эти панические настроения, они немножко остановились, и, в принципе, многие компании уже стали думать о том, чтобы приостановить свою деятельность, как минимум. Мы понимаем компании, которые, в принципе, были завязаны, да, на поставки из Европы, в частности, да, и, естественно, с учетом санкционных ограничений западных, да, многие просто не могут поставлять товары, и если не смогли адаптироваться и работать через другие локации, или через продолжить там, например, работать, да, через дистрибьюторов и так далее, то, безусловно, вопрос о заморозке деятельности или о ликвидации, он, ну, встает очень серьезно. Но, опять же, есть такая ситуация, что даже с учетом того, что если можно найти какие-то обходные пути поставки товара, да, то в любом случае Еврокомиссия последними своими санкционными пакетами она стала очень серьезно контролировать поступление товара европейских компаний, в частности, в Россию. Поэтому многие, даже имея такую возможность, они, ну, не, ее просто не используют просто для того, чтобы не быть, скажем так, увлеченными и наказанными в дальнейшем за то, что товары, их товары появляются в России. Некоторые страны, там, в частности, вот у нас итальянские страны, итальянские компании, ну, в общем-то, спокойно к этому относятся, да, а некоторые там у нас из немецких компаний, да, там, они могут и действительно заморозить свою деятельность или ликвидироваться, чтобы в любом случае не нарушать каким-то образом европейские санкции. Но опять же, если компания... Алексей, я прошу тебя на следующий слайд, да, переключить презентацию. То есть при создании такой ситуации в компании, да, есть там три основных сценария, с которыми сталкиваются владельцы и менеджмент. Сама по себе ликвидация, да, о которой, в общем-то, мы подробнее будем говорить, заморозка деятельности и продажа доли в компании. Да, если мы говорим о том, что там компании, у которых, там, допустим, они смогли, ну, имеют минимум активов, да, много работы завязано там на дистрибьюторах, активы там, амортизированные, либо просто их они распроданы и так далее, то, конечно, принять решение о заморозке или о ликвидации, да, немножко проще. Ну, допустим, если мы говорим о заморозке, да, то кто-то, если принимает, скажем так, решение принять решение подождать, да, то, в принципе, конечно, нужно минимизировать расходную часть. Многие, кстати, держат большой штат сотрудников до сих пор. В общем-то, и держат и некие складские площади и так далее для того, чтобы быстрее и активнее выйти на рынок или при первой же возможности, да, такой начать активную работу. Вот, то есть мы с этим активно также сталкиваемся. Также мы видели вопросы по заморозке деятельности, которые мы получили уже вот на днях.
от наших коллег. Они связаны были, в частности, какие риски могут возникать у компании, да, которая решила заморозить свою деятельность, потому что, по сути, она работала активно, да, а потом она, в общем-то, начала показывать, ну, не убыток, может быть, со временем может появиться, да, но показывать, в общем-то, отсутствие прибыли, да. В данном случае мы с серьезными проблемами не сталкивались среди наших клиентов, но тем не менее, как вы знаете, идет определенный, скажем так, тренд у нас сейчас по пополнению бюджета, да, и мы сталкиваемся, например, с запросами из таможенных органов, да, которые решили доначислить таможенные пошлины за импортируемый товар в Россию с учетом выплаченных дивидендов. Если кто-то не сталкивался, вы можете написать, допустим, если кто-то с этим столкнулся, вы можете написать свои комментарии по этому поводу. То есть ситуация такая, что таможня при выплаченных дивидендах именно значит, материнской компании в большинстве, да, это не материнской компании дружественным участием, досчитывают сумму таможенных пошлин с учетом вот этой суммы дивидендов. В основном это касается при внутригрупповых поставках. Вот. И, соответственно, сейчас приходят так называемые письма счастья от таможенных органов, да, российским компаниям с таким доначислением. То есть сначала они дозапрашивают документы, потом дозапрашивают размеры дивидендов, когда платились и так далее. И потом они, в общем-то, выставляют значит, требования в начислении таможенных пошлин. Мы с этим уже столкнулись уже не раз. К сожалению, та практика, которая у нас складывается по этому поводу, она сначала была такой противоречивой, сейчас она уже идет, такой тренд, к сожалению, да, не в пользу плательщика, да, декларанта. Поэтому нужно помнить о том, что у нас все-таки есть сроки исковой давности, сроки давности, да, трехгодичные, и это, в принципе, история разовая, да, то есть если мы берем, вот сейчас получает, значит, такие вот письма счастья, да, за поставки 21-22 года, в принципе, дальше уже эта история длиться не будет, просто сроки уже закончатся. Вот, поэтому, в принципе, если кто-то уже имел такую возможность по заплатить дивиденды, скажем, там, в 22-м году, да, успел, да, до вот этих всех ограничений заплатил дивиденды, то, в принципе, таможня может действительно обратиться и досчитать таможенные пошлины. В основном это, конечно, ну, достаточно серьезные многомиллионные начисления идут. Вот. И там есть определенные споры. Мы вот недавно в германской ТПП очень долго обсуждали вместе с представителями налоговых органов, да, что же делать тогда с налогами, если, получается, их нужно вернуть, получается, они были уплачены излишне. Ну и вот налоговая считает, что да, это вот вновь такие возникшие обстоятельства, и в принципе, да, вы можете обращаться с тем, чтобы вернуть. Опять же, такой практики мы пока ни негативной, ни позитивной не встречались, поэтому в любом случае, кто с этой ситуацией уже столкнулся или, к сожалению, может столкнуться, да, здесь, конечно, будет вопрос доказывания, да, с вашей стороны, именно о том, что товар, импортируемый в Россию, он соответствовал рыночной цене. Да, потому что таможня считает, что раз у вас материнская компания, это внутригрупповая у нас сделка,
то, соответственно, она могла влиять на цену товара и могла его занизить. Да, и, соответственно, вот те дивиденды, которые вы еще ей же заплатили, вот мы с них еще досчитаем таможенные пошлины. Конечно, это нужно обжаловать, с этим нужно бороться, но тем не менее, да, если вдруг будет доначисление и суды проиграны, то нужно обращаться к налоговой, да, за соответствующий, скажем так, возвратом излишне уплаченных налогов. Просто с этим сталкиваются компании, которые, ну, даже не то, что замораживаются, да, приняли решение о заморозке, но и продолжают действовать, но тем не менее, да, такая ситуация возникает. Да, сейчас у нас проблемы с выплатой дивидендов. В целом, указ президента запрещает делать, но тем не менее, да, требует согласия правительственной комиссии. И если, в общем-то, такое желание есть, то нужно этот вопрос серьезно прорабатывать. Соответственно, по заморозке деятельности со стороны, наверное, налоговых органов, если кто-то уже находится в этом статусе, так называемом, наверное, сталкивался уже с вопросами от налоговой, да, поясните вашу перспективу работы, да, чем вы собираетесь заниматься и так далее. Но в целом, после там, пояснения, что ну, действительно работать невозможно, в общем-то, особенно, ну, то есть там возникает только вопрос, да, с возвратом НДС, да, который накапливается, его нужно возвращать. В принципе, там налоговая, конечно, не очень несчастлива, да, видя, что дальнейших поступлений не предвидится, да, они пытаются найти различные способы, да, чтобы эти вопросы все затянуть. Но, тем не менее, у нас каких-то вот больших сложностей не было. Кирилл хотел прокомментировать. Да, Максим, спасибо. Меня зовут Щербаков Кирилл, руководитель корпоративной практики. Я хотел сказать о том, что вопрос вот таможенных доначислений, он актуален в частности потому, что при ликвидации осуществляются выплаты участникам, вот, которые таможня может, если она увидит остатки средств, посчитать, ну, по сути, как приравненными к дивидендам. То есть зафиксированная чистая прибыль с поставок, которые в трехлетний период попадают, могут подпасть под те же критерии доначислений. То есть если сделки внутригрупповые проходили за товар, у нас сейчас практика судебная складывается, что суд считает декларантом, манипулирующего ценой. То есть если он на часть этой прибыли, извлеченной из продаж в России товаров, ввезенных по внутригрупповым сделкам, направляет в главный офис, да, в свою материнскую компанию, либо они будут причитаться и при ликвидации, то есть вероятность очень, ну, немаленькая, ввиду негативной сейчас судебной практики, того, что в процессе ликвидации еще и таможенный орган может с проверкой нагрянуть и попытаться вот эти начисления сделать. Вот это надо обязательно иметь в виду. Неприятно это ввиду того, что уже прошло там 1,5-2 с половиной года с момента поставок, уже дивиденды выплачены, и у всех компаний есть просто финансовая возможность вот эти доначисления таможне заплатить. То есть угроза у многих, если не банкротство, то очень негативных перспектив продолжения деятельности из-за вот этих начислений возникают. А вопрос возврата из налоговой переплаты, да, так как возникает переплата, он отдельный, да, то есть налоговая тоже не изъявляет большого желания что-либо возвращать. И это может быть отдельные судебные прения на тему обоснования вот этих всех возвратов. Поэтому мы этот вопрос тоже подняли, он может затронуть многих. Вот. Но в остальном, да, сейчас именно и замороженные компании в первую очередь пытаются проверками каким-то образом принудить платежам дополнительно в бюджет. Так что это ожидаемая тенденция, поэтому тут те, кто замораживался, из них часть сейчас решение о ликвидации также принимает, к сожалению, вот из-за повышенного в том числе давления со стороны проверяющих органов. Да, спасибо, Максим, возвращаюсь по слову. Хорошо, Кирилл, спасибо огромное. Тогда, значит, сценарий развития, да, заморозка деятельности. Ну, заморозка, и, как я уже сказал, наверное, вопросов, ну, они могут быть, да, когда у вас, в принципе,
расходная часть будет оптимизирована, да, и стабилизирована. Да, там понятно, что держать там годами компанию и платить там большую аренду и так далее, да, многие с этим сталкиваются, да, чтобы аренду, в принципе, либо уменьшить площади, да, либо просто закрыть договоры. Это тоже сложности по аренде отдельные. Вот, особенно если крупные площади, да, это довольно сложно. А ликвидация и продажа доли в компании. Да, мы сталкивались с продажей доли в компании в 2022 году. Это, в принципе, продажа доли проходила значительно легче, чем сейчас, потому что, в общем, сделки проходили сначала практически по любым ценам. Вот, даже за там, 1 доллар продавали и так далее. Сейчас это уже не получится сделать. Потом также были опционы до недавнего времени, сейчас и сейчас с обратным выкупом, в принципе, уже нельзя продать компанию. Везде сейчас требуется согласие правительственной комиссии, и здесь уже возникают такие сложности. Вот если Алексей, пожалуйста, подвинь меня на следующий слайд. Спасибо. Значит, продажа иностранной компании требует обязательно, значит, согласования правительственной комиссии. Мы сейчас говорим про недружественные страны, да? С дружественными странами у нас все проще. Вот. Значит, правительственная комиссия, вот многие, может быть, уже, да, из присутствующих участники сталкивались с этим решением 171/5. Они, в принципе, обновляются, но, тем не менее, вот 23-й год, мы можем на него сейчас ссылаться, требуется обязательно соблюсти KPI. Здесь мы сделали некие основные тезисы, да, из этого решения, чтобы получить согласие на сделку, да, нужен отчет независимого оценщика, оценщик из перечня Минфина, значит, экспертное заключение, тоже эксперты СРО в перечень рекомендуемых подкомиссий. То есть о чем это? Отчет, естественно, о рыночной стоимости активов, да, значит, соответственно, потребуется, значит, оплатить так называемый сбор. Сначала был 10%, теперь 15% в бюджет от сделки. Продажа активов должна происходить с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости, указанных в отчете независимой оценки. То есть, в принципе, реализация такая становится довольно, то есть не очень интересной, да, но тем не менее. Это еще не все, да, то есть нужно еще указать эффективности. Неинтересно, наверное, со стороны продавца, да. Нужно еще указать ключевые показатели эффективности для покупателей, то есть нужно сохранить технологический потенциал, основной вид экономической деятельности, сохранить рабочие места. В принципе, исследовать эти показатели, потому что они будут проверяться. Да? Сейчас, вот, кстати, вот буквально на днях РБК вот писал материал подробный о том, что, значит, соответствующие органы правительственной комиссии, да, стали активно проверять соблюдение этих показателей, потому что сделок было много. Вот. И, как оказалось, многие, да, там эти показатели не соблюдают. То есть там, в 22-м, там, первой половине 23-го года на заключение выдавались, ну, скажем так, довольно поверхностно. И акцента серьезного на этом не было сделано. Но вот этим вот решением под комиссией уже расставляются серьезные акценты на то, что бизнес нужно сохранять, если вы планируете его купить, нужно сохранить все показатели или, по крайней мере, показать бизнес-план, да, как будет развиваться в дальнейшем компания. Поэтому просто приобрести актив и потом каким-то образом его, скажем так,
реализовать уже третьей структуре без команды, без плана и так далее, как сейчас происходит. Сейчас уже вторичная продажа, да, происходит бизнеса, который был приобретен там, в первый год после начала СВО. Соответственно, сейчас к этому относятся уже очень серьезно, начинают уже проверять, насколько эти показатели соответствуют действительности. Значит, что дает, да, согласие? Согласие то, что вы получите денежные средства, то есть продавец получит денежные средства на свои счета. Но это согласие может в себе содержать и такое заключение, что по сделке там деньги перечислят на счет типа С, да, или там операции должны производиться только в банковской системе Российской Федерации без перевода денежных средств на РФ, в РФ, да. То есть на это нужно обращать внимание, что если вы получите такое согласие, да, это может быть и не будет согласием как таковым, которое просто, ну, скажем, можно считать, по сути, это отказом, да. То есть формально можно, вроде бы можно, да, но кого это устроит, да, такое согласие. Поэтому нужно тоже это иметь в виду и при оформлении заявок и так далее, оформлении документов нужно акцентироваться, что продавец именно планирует получить денежные средства, например, за рубеж, да, или там и так далее. Вот. Но это не факт, да, что такое решение будет принято, но тем не менее, да, такое согласие может, в общем-то, затормозить, да, всю сделку. Вот. Но она просто будет неинтересна, да, насчет типа С средства, в чем, да, интерес. Вот, значит, поэтому, что касается продажи, нужно, или там, например, да, выплата дивидендов, тоже, да, есть ограничения, как вы знаете, но тем не менее, чтобы их выплачивать, да, тоже нужно согласие правительственной комиссии. Для этого, в принципе, компания, которая заморожена, да, вряд ли ей будет дано это согласие, потому что просто не будет удовлетворять критериям, потому что она просто не будет вести никакой хозяйственной деятельности, и 90% вероятности получит отказ. Алексей, можно следующий слайд? Вот. Сейчас мы переходим к третьему основанию, да, о котором, собственно, более подробно будем говорить. В любом случае, вы можете параллельно задавать вопросы, да, по заморозке деятельности или по продаже компании. Коллегам сейчас скоро передам слово, я параллельно буду стараться оперативно на них отвечать. Еще раз повторюсь, что на все вопросы мы в любом случае ответим, да, мы их, значит, соберем, сделаем подробный разбор и выложим в телеграм-канале в нашем. Поэтому на все вопросы вы получите ответы. В принципе, вы можете писать нам на почту или BNP, если вы хотите, ну, если у вас такой довольно сложный вопрос, требующий детальной проработки, поэтому мы тогда индивидуально вам напишем ответ. Вот, переключаемся уже на ликвидацию непосредственно. На этом слайде указаны основные этапы. Тот, кто, в принципе, проходил ликвидацию, он прекрасно их в них ориентируется. Кто не проходил, для вас общая информация, с которой все сталкиваются, да, при ликвидации. Кирилл об этом подробно скажет по поводу сложности, да, потому что, в принципе, там с этапом более-менее понятно, да, но мы сейчас говорим именно о тех проблемах, да, с которыми там мы столкнулись, или вы можете столкнуться, да, при принятии решений о ликвидации. Мы сейчас, опять же, я акцентируюсь на недружественных владений. Еще раз акцентируюсь, что вот я вижу, вопросы есть по ликвидации иностранных компаний, то есть это компании, не находящиеся на территории РФ. То есть мы сейчас говорим не совсем об этом, потому что там ликвидировать компанию на Сейшелах и ликвидировать компанию на Кипре, другой недружественной стране, мы сейчас не говорим об этом, это зарубежное законодательство, оно требует работы с непосредственно юристами из соответствующей юрисдикции. Мы сейчас говорим о ликвидации компаний в Федерации с недружественным участием, потому что именно с этим сейчас возникают проблемы. Итак, закрытие обязательств, мы об этом скажем.
какие сложности, Кирилл об этом скажет подробнее с Алексеем, принятие решения о ликвидации, назначение ликвидатора. Вы можете поставить ликвидатора как внешнего, так и поставить ликвидатором текущего руководителя. Тут вопрос весь скажем, в ответственности, которая, в принципе, наверное, у генерального директора и так достаточно была и до этого момента. Я думаю, будучи ликвидатором, там ответственности немножко прибавится по связанной с непосредственной процедурой, да, и с сокрытием обязательств. Но, тем не менее, там, генеральному директору, наверное, не привыкать к тому, что он несет за всю ответственность, если он станет ликвидатором, наверное, многие относятся к этому спокойно. Но, тем не менее, да, нужно закрывать обязательства. Мы рекомендуем закрывать обязательства до того, пытаться прийти к максимальному закрытию обязательств до того, как вы будете принимать решение о ликвидации. В процессе ликвидации это уже делать немножечко сложнее, потому что контрагенты начинают уже задавать неудобные вопросы, да, многие или манипулируют, или шантажируют этой ситуацией, либо наоборот пытаются как можно быстрее потребовать исполнения своих обязательств. Но в целом в рамках закона так и так они имеют на это право. Уведомляем регистрирующие органы о факте ликвидации, публикуем сведения, подаем уведомление о ликвидации в Федресурс, через 2 месяца составляем промежуточный ликвидационный баланс, и, соответственно, если до этого момента вы не получили уведомление от налоговой о проверке, в 90% случаев такая проверка происходит, она не критична. Опять же, если у вас она будет в любом случае, если вы, например, вели активную деятельность, и там, через несколько месяцев у вас сразу бам, заявление о ликвидации, конечно, у вас будет проверка, поэтому предварительно там сверку запросить сверку с налоговой, как минимум, это помогает, чтобы не вытаскивали они каких-то старых скелетов из шкафов. Вы могли как-то показать эти документы. У нас вот была проверка. Понятно, что это не будет безусловным основанием, но тем не менее, если компания там будет показывать убыток или там в основном там часто проверяют начисления по сотрудникам и так далее, то это, да, это может быть там 90% случаев. Вот. Но в нашем случае там проверки с налоговой не мы проходили их, и какие-то вопросы задают, мы запрашиваем документы, либо камералка, либо выездная проводится, но тем не менее практически это неизбежно. Да, в редких случаях, например, когда компания там 2 года, например, показывала нули, понятно, что проверять там, ну, и что-то доначислять, и если там денег на счетах нет и так далее. Налоговый понимает прекрасно, что компания, у которой есть обороты денежных средств, да, проверку можно сделать, что-то досчитать, начислить в бюджет. Это логично, да, как действуют наши госорганы. Вот. Промежуточный ликвидационный баланс подаем и распределяем оставшееся имущество компании. Оно распределяется, денежные средства, к сожалению, поступают на счета ТПЦ, а вот имущество компании, да, оно переходит непосредственно учредителям при распределении. Подаем ликвидационный баланс, и после этого компанию должны вычеркнуть из реестра. И в дальнейшем документы ликвидатор должен передать в архив, возможно, у многих уже в архиве находится. Но, тем не менее, мы рекомендуем, да, в госархив сдавать все, что касается персонала, потому что срок хранения очень большой. Что касается перевода средств на счета ТПЦ, сделаю небольшой акцент, да, что средства свыше 10 миллионов, до 10 миллионов средства переводятся на счет при ликвидации на счет учредителя. Соответственно, у нас лимиты до 10 миллионов, да, вот они, на них ограничения не распространяются.
Это так, вкратце, если, да, основная проблема, безусловно, идет у нас при подготовке к ликвидации, да, закрытых текущих контрактов, обязательств и, соответственно, если налоговая проверка, да, происходит, но это уже вот компания лучше знает, да, свою внутреннюю кухню, свою бухгалтерию, что у них может быть. Поэтому проблемы с контрагентами, да, нужно урегулировать, особенно если идут суды. Если у вас суды и вы там ответчик, ликвидировать вас не получится. Вам компанию не получится, налоговая просто приостановит. Поэтому, в принципе, все судебные споры нужно закрывать, в частности, там, где вы находитесь в качестве, в статусе ответчика. Я передаю слово Кирилл, наверное, тебе. Тогда, Алексей, я прошу тебя следующий слайд. Да, Кирилл расскажет про основные проблемы ликвидации российской компании с иностранным участием. Что-то я уже затронул. Сейчас мы скажем об этих проблемах более подробно. Параллельно я буду стараться отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете в чате. Кирилл, тебе слово. Да, спасибо, Максим. Собственно, вот мы переходим к более уже предметной такой части нашего вебинара. То есть речь идет о том, что за последние 2 года деятельности и приостановки деятельности иностранных компаний и принятия решений по ликвидации мы выявили ряд сложностей, в первую очередь с компаниями дочерними, у которых среди участников есть учредители из недружественных стран, потому что с дружественными участниками или там российскими здесь в принципе, процедура уже отработанная, многолетняя, достаточно понятна. Там, она, естественно, также сопряжена с проблемами, но достаточно уже стандартными, да, как вот проверки, как всевозможные судебные претензии и прочее. Но вот последние 2 года принесли большое количество неожиданных вопросов, да, там вопросов, которые требуют нестандартного решения, и решив их, можно перейти уже непосредственно к ликвидации данных компаний. Алексей, ну, да, на данном слайде мы изложили общее описание, да, то, с чем мы столкнулись, и уже поподробнее с Алексеем постараемся раскрыть суть проблемы и варианты решений, которые мы можем предложить. Понятно, что все достаточно индивидуально, нужно смотреть и предысторию компании, и учредителей, и статус имущества и так далее. То есть все очень разнообразно, потому что бывает и недвижимость в компаниях остается, да, и какие-то обязательства, да, там, и поручительство, но в основном к ликвидации по большей части своей компании подходят с уже достаточно длительное время не ведущейся торговой деятельностью, да, и вот эти вот оставшиеся, так сказать, хвосты проблем, их приходится решать, но большая часть проблем возникает именно уже по технической части, даже в проблеме самой, даже в процессе самой процедуры. Вот. А, Алексей, могу тебя попросить на следующий слайд переключить? Да, вот как Максим уже отметил при общем описании процесса, основной проблемой, фактически, с которой препятствует процедуре ликвидации, являются незакрытые судебные тяжбы. То есть и это официальное формальное препятствие для вычеркивания компании из реестра юридических лиц. То есть, если даже у компании есть средства для закрытия обязательств, она не уходит в банкротство, и участники, допустим, это группы компаний международные, которые хочет все по закону сделать, чтобы репутация, да, не страдала на международном рынке, и провести процедуру добровольной ликвидации, налоговые органы после подачи документов проверяются открытые базы данных судебных разбирательств
И если там находятся незакрытые судебные разбирательства с персоналом, с контрагентами, там, с госорганами, то ликвидация приостанавливается, и контрагентам, а также самой компании налоговая направляет письма с требованием пояснить, что за судебные разбирательства и когда их планируется завершать. Вот. В любом случае, до того, как в официальных базах не будет исключено данное основание для приостановки или отказа, если там истечет предельный срок ликвидации, который компания сама указывает, но он не может превышать 1 года с момента принятия решения о ликвидации, то вот если этот срок истечет, соответственно, в ликвидации будет компания отказана. Вот, поэтому, когда юристы смотрят, насколько компания вообще готова к ликвидации, насколько она может решить вот эти вот оставшиеся проблемы, да, тянущиеся, в первую очередь юристы, конечно же, смотрят на то, какие незакрытые судебные дела имеются. Особенно это проблемно, если в данные судебные дела вовлечен иностранный элемент, потому что у нас был ряд судов, когда там японские компании привлекал суд и из Таиланда, и это, да, это не обязательно недружественно, просто иностранный элемент означает, что любые судебные дела будут тянуться очень-очень длительное время, потому что обмен документами с иностранными компаниями, да, юрисдикциями, он очень длительный. Вот. Соответственно, какие решения здесь можно найти, да, на этапе подготовки компании к ликвидации? Но есть два варианта, да, то есть либо компания выступает как истец, либо компания выступает как ответчик. Если компания выступает как, ну, в любом случае можно прийти к мировому соглашению с контрагентом, независимо от того, там, как кто выступает в компании, просто закрыть данный спор, да? То есть уменьшить свои требования, если компания выступает истцом, или наоборот согласиться на частичные выплаты, если она выступает ответчиком, и пояснить, что контрагенту, что вот компания планирует закрываться, и средств у нее недостаточно, соответственно, и банкротство не всегда контрагенты хотят все это уводить, не имея перспектив получить действительные выплаты. И в данном случае мировые соглашения, они могут быть достигнуты там с условным дисконтом от тех требований, которые заявляются достаточно часто. То есть контрагенты тоже понимают, что иногда лучше договариваться, чем допустить ситуации банкротства должника, когда перспективы там получить средства могут быть очень призрачными. Да? Если им готовы в рамках мирового фактически что-то оплатить уже здесь и сейчас, а не после длительных процедур, это неплохой аргумент для договоренностей на неких компромиссных условиях. Вот. Значит, если компания выступает как истец также, ну, и не готов контрагент договариваться, и компания не готова делать условный дисконт своих требований прям существенный, да, есть опция уступить данное требование третьему лицу, то есть за вознаграждение, то есть сессия, она должна быть в данном случае возмездной, и обязательно необходимо получить средства за нее с того лица, которому уступаются требования, чтобы должник не оспорил эту сессию, чтобы у него перспектива, если он попробует ее оспорить, была минимальной. То есть важно именно вот уступить данные требования, можно сразу зафиксировать полученные денежные средства от продажи данного требования и спокойно дальше закрываться. То есть в суде идет замена стороны на новое лицо. Соответственно, налоговый орган, если он даже увидит в базе, что компания фигурирует в судебном деле, она получит пояснение с приложением копии документов сессии при необходимости о том, что лицо ликвидируемое уже вышло из этого спора, уже произведена замена стороны. Вот, это позволяет нивелировать данные препятствия к ликвидации. Ну, если, естественно, компания выступает в качестве ответчика, здесь проблема уже гораздо более сложная, потому что нужно смотреть природу спора и вообще перспективы его урегулирования.
Если мирового соглашения достигнуть не удается, то тогда остается вариант только судебных ускорений процесса максимально возможных. Да, там, возможны варианты депонирования средств обеспечения, да, попытки также заменить сторону, но зачастую для этого требуется все-таки согласие контрагента. Но если он понимает, что его иск обеспечен, да, то об этом возможно зачастую договориться, да, с контрагентом. А обеспечение, если оно куда-то вносится, право требования по нему, по его возврату, они уступаются как раз, ну, чтобы после ликвидации некое лицо, да, доверенное от учредителей или там, сам учредитель, да, мог эти средства как-то вернуть. Вот. То есть здесь есть уже механизмы, но они более индивидуальные, и как раз на этапе подготовки к ликвидации основная задача юристов все вот это проработать и определить наиболее безболезненные и быстрые для компании варианты решений данной проблемы, потому что это вот ключевой момент, без которого компанию просто не вычеркнуть. Вот. Я передаю слово Алексею, он расскажет по вот второму нашей проблемной ситуации, да, в которой мы сталкивались. Алексей, тебе слово. Да, спасибо, Кирилл. Всех приветствую. Вот, следующая актуальная проблема на данный момент является затруднение получения документов из-за рубежа, в частности из недружественных стран. Как известно, для начала ликвидации, в принципе, в ее процессе необходимо принять три решения. Первое из них – это решение о начале процедуры ликвидации, далее об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и об утверждении самого уже итогового ликвидационного баланса. Вот. Если эти решения принимаются иностранцами, ну, иностранными участниками компании, да, в самой России, они сюда прилетают и принимают эти решения, в целом вопросов не возникает. Однако этот способ довольно накладный, и если несколько участников, то, в принципе, это и по времени тоже немало занимает, и перелет сложный для них, и в целом выходит такую копеечку. Вот. Если же решения принимаются из-за рубежа, это более оптимальный способ, он удобный для всех, каждый в своей юрисдикции издает соответствующее решение и направляет его в Россию, то возникают некоторого рода проблемы. Ну, во-первых, все эти проблемы связаны с большими сроками реализации данного процесса. То есть сама доставка международная этих решений, она занимает на практике ну, месяц-полтора, в зависимости от страны доставки. Обычно пути идут через либо страны СНГ, либо дружественные России страны. Это довольно долгий путь, проделывает посылка и в целом поступает в Россию уже ну, по истечении того срока, который я сейчас назвал. Попутно участникам необходимо эти решения либо легализовать, либо апостилировать. Это зависит от правового режима, установленного между двумя государствами Российской Федерации, той страны, где это решение принимается. Если эта страна входит в конвенцию об апостиле, то это более быстрая процедура, более простая. Он просто проставляется там местных нотариусов, насколько я помню. И в целом этого достаточно, чтобы далее уже направить это решение в Россию. Если же это легализация, то это более сложный, дорогой процесс, и занимает он, естественно, больше времени, ну и средств соответственно. Поэтому, чтобы не затягивать процесс, у нас получается три решения. Первое принимается до начала процедуры, второе, третье уже в процессе. То есть там можно потерять просто 3 месяца на одном ожидании таких решений, когда они действительно очень хорошо нужны. Вот. Попутно при сдаче ликвидационных балансов могут быть проблемы, какие-то расхождения в какие-то несколько там копеек рублей, из-за которых придется тормозить этот процесс и переподавать документы, либо же могут возникнуть какие-то новые требования, новые кредиторы откуда-то могут появиться, и в принципе процедура будет уже и на этом этапе затянута, появится новая проблема, которую нужно решать. Поэтому если сюда добавить еще и проблему с пересылкой документов, получается очень неприятная ситуация, учитывая, что срок ликвидации законодательно регламентирован, об этом коллеги мои говорили, составляет он ровно год. Больше нельзя.
Собственно, для решения данной проблемы уже практика, в принципе, по этому вопросу, наверное, устоялась, она общепризнанная, делается единая доверенность, как правило, это либо на доверенных лиц бывших менеджеров, вот, ликвидируемой компании, либо же на самих юристов, которые эту процедуру ведут. В нашем случае обычно делают на нас все доверенности. Мы принимаем, в принципе, все эти решения здесь и сейчас, прямо в России. Вот, в тот момент, когда нам это больше всего необходимо, не тратить на это время. Ну вот, единственное, что хотелось бы добавить, то, что эта доверенность тоже должна быть либо легализована, либо апостилирована. Ну вот, и обязательно на данный момент ее нужно согласовывать с нотариусом. Сейчас с нотариусами, в принципе, довольно-таки напряженная обстановка, что не все соглашаются заверять решение о ликвидации, в принципе, ее вести дальше. Поэтому, в принципе, необходимо сначала найти нотариуса, с которым вы можете работать, а лучше двоих, с ними согласовать весь пакет документов касаемо ликвидации и согласовать уже сам драфт доверенности, по которой будут приниматься решения на территории РФ. И, соответственно, согласовать все формулировки до запятой, потому что какая бы там идеальная доверенность, по вашему мнению, ни была, если нотариус она не устраивает в России, то вы не сможете просто ликвидировать здесь компанию, потому что он в этом вопросе, ну, как ни крути, царь и бог. Вот. Поэтому этот фактор нужно, конечно, учитывать, он важный, и предварительно все с ними согласовывать. Вот. Кирилл, если есть что добавить, пожалуйста, я в целом все. Да, Алексей, спасибо. На самом деле тема достаточно важная, особенно потому, что есть еще одна важная проблема, которую стоит обратить внимание. То, что не во всех компаниях иностранных, которые вот нам попадали под ликвидацию, уставы были приведены в соответствии с требованиями законодательства и не были обновлены в части установления альтернативного способа принятия решений. То есть речь идет о чем? У нас в соответствии с статьей 67.1 Гражданского кодекса еще в 2015 году ввели норму о том, что решения общих собраний участников компании должны быть нотариально удостоверены. То есть там список участников, присутствующих на собрании, само решение сертифицирует нотариус, он выдает соответствующую бумагу о том, что он провел собрание и зафиксировал его результаты. Вот. И проблема в том, что иностранные нотариусы это сделать не могут. То есть, если эта норма в уставе сохраняется, то есть, если по умолчанию требуется нотаризация общего собрания, то решение, принятое за рубежом, даже если оно будет апостилировано и нотаризовано, его в России не примут там, налоговые органы и нотариусы, потому что оно не будет сертифицировано в России. Там есть такой нюанс. То есть, по сути, норма 67.1 обязывает все эти собрания проводить в России. Поэтому не удастся получить документы, даже апостилированные, нотаризованные из других юрисдикций. Вот. Поэтому сначала, если по умолчанию в уставе ничего не сказано про то, как должно проводиться собрание, да, что оно не требует нотаризации, и не установлен вот этот альтернативный способ принятия решений, который означает, что решение, подписанное всеми участниками, присутствующими на собрании, не требует нотаризации, то применяется по общему правилу положения ГК. И, соответственно, необходимо, прежде чем приступать к ликвидации, чтобы избежать необходимости всех участников прилетать в Россию у нотариуса, проводить эти собрания, необходимо ввести эту норму. Ее можно ввести как в устав непосредственно через его изменения, но есть вариант проще, можно в протоколе зафиксировать общего собрания, то есть собрать собрание один раз, установить этот альтернативный способ и уже дальше все остальные решения там, по ликвидации принимать без необходимости вот этого личного участия в собрании в России непосредственно. Это можно сделать по доверенности. Вот мы как раз недавно это оформляли для клиента. У нас речь шла о том, что альтернативного способа не было. Мы получили доверенность на российских юристов от участников. У нотариуса это решение принимается один раз
установили альтернативный способ принятия решений, и дальше уже ликвидация не потребовала участия иностранцев ни в России, ни за рубежом, то есть все делалось по доверенности. Вот. А в остальном полностью согласен. Доверенность, в принципе, очень помогает ускорить все процессы, и чем быстрее пойдут процессы, тем меньше рисков возникновения уже в самом процессе ликвидации новых проблем. Я здесь полностью согласен с Алексеем. Алексей, можно следующий слайд? Да. Вот, значит, третьей проблемой, которая была выявлена в процессе работы по иностранным компаниям, которые вот уходили за последние 2 года, это наличие длительных гарантийных обязательств. То есть многие компании, в первую очередь поставщики, да, товаров на российский рынок, там запчастей, комплектующих, всевозможных компьютерных там, систем и прочее, вот с кем мы работали, у них контракты, особенно там с заводами, да, там российскими, во-первых, долгосрочные, во-вторых, там зачастую эти контракты заключали там в 2010 году, там в 2000-х лет многие контракты действуют. Там совершенно сумасшедшие с юридической точки зрения обязательства по гарантиям, то есть там они могут тянуться там до 10 лет. И контрагенты, когда компания принимает решение уходить с российского рынка, естественно, открывают эти контракты и видят там длительные гарантийные обязательства за поставленные товары, понимают, что по этим обязательствам никто больше отвечать не будет, так как в России дочерней структуры не будет фактически ни ремонта, ни компенсации там, этих изделий, вышедших из строя, осуществляться не будет. И данные компании сразу же пишут письма в налоговые органы, если уже заявление по ликвидации подано, о том, чтобы эту ликвидацию приостановить, потому что она нарушает прямые контрактные обязательства, прямые права третьих лиц. Либо могут просто обратиться в суд, даже с не полностью обоснованным иском. Опять же, наличие судебных незакрытых тяжб, оно препятствует процессу ликвидации. И уже вот после обращения в суд пытаться все это урегулировать, сформировать свои требования, да, там, посчитать убытки и прочее. То есть желательно на этапе подготовки до вот уже начала технической процедуры ликвидации данные вопросы урегулировать с контрагентами. Потому что они будут препятствовать, и когда процесс уже начнется, разбираться с этим будет сложнее, чем вот до начала процесса. Какие решения в данном случае имеются, которые вот сработали, которые вполне позволили перейти уже к ликвидации наших клиентов? Можно озвучить следующее. То есть либо компания, которая планирует ликвидироваться, находит сервисную компанию в России, которая может поддерживать обслуживание поставленных там товаров, запчастей, комплектующих и прочее на должном уровне, и договаривается с данной компанией на обслуживание, вносит некие средства и там в оплату вот этих услуг на определенный период по договоренности с контрагентом. Если контрагент это устраивает, он понимает, что есть компания, которая будет отвечать в дальнейшем за ремонт, есть возможность там компенсации получения каких-то, то претензий по ликвидации не возникает. Вот. Либо вариант еще был такой, что компания получала банковскую гарантию на определенную сумму потенциальных требований, которые могут быть заявлены, да, по бракованным изделиям и по гарантиям в течение следующих 2-3 лет, сколько еще срок действуют данные гарантийные обязательства. Данная банковская гарантия предоставлялась контрагенту, но тут проблема с банком возникала, потому что банк прекрасно, видя, что компания собирается ликвидироваться, понимает, что он не сможет регрессно ничего взыскать с данной компании, если выплатит по гарантии. Поэтому, по сути, он заявляет претензии о том, что нет, до истечения гарантии компания также не может ликвидироваться. Но это решается депонированием суммы гарантии в банке. То есть, по сути, компания вносит вот эту сумму гарантийных обязательств в банк, если она у нее, естественно, есть, и уступает требования по их возврату на третье лицо. Либо это
учредитель, либо это некое доверенное лицо учредителя, аффилированная компания в дружественной юрисдикции, не обязательно в России. Вот. То есть смысл в том, что компания будет закрыта, а средства из депозита вернет уже другое лицо. Мы сейчас не берем здесь налоговые аспекты всего этого планирования, но речь о том, что найти решение с контрагентом возможно. Юридические инструменты для этого есть. Просто, опять же, нужно их подбирать в индивидуальном порядке, в зависимости от того, какие обязательства не закрыты, чем именно недоволен контрагент и какие варианты его устроят. Обычно контрагенты склонны все-таки идти навстречу, понимая, что если они не договорятся, то компанию там могут просто бросить, да, она может идти в банкротство, то есть это не решит проблему. Вот. А если находится сервисная компания, которая может поддерживать гарантийные обязательства, суммы потенциальных требований, они депонируются, то никаких претензий контрагента обычно в этот момент уже не возникает, он не мешает спокойно закрывать данное лицо. Алексей, передаю тебе слово. Да, спасибо, Кирилл. Тогда к следующему вопросу. Следующая проблема заключается в затруднении работы с должниками при ликвидации. Вот. Ну, начальство, наверное, с того, что ликвидация – это такая физическая смерть компании, в принципе, юридического лица, после которого у него прекращаются все его обязательства и, в принципе, прекращаются все его права, чем нагло пользуются должники этого юридического лица. Ну, что уж говорить, даже когда у нас была ситуация такая вот, в которой мы были непосредственным участником, после начала ввода санкций в отношении РФ нашим клиентам, которые по совместительству являются дочерними компаниями иностранных организаций, просто перестали платить крупные российские заводы, рассчитывая на то, что они либо уйдут с рынка, либо ликвидируются, либо просто прекратят свою деятельность и будут неплатежеспособными, и в принципе никто не будет защищать свои права на территории России с этого момента. Вот. Сумма невыплаченных, неисполненных обязательств, наверное, да, правильно будет сказать, была большая, там несколько сот миллионов. Вот, это было более чем там почти десяток судов прошел. И мало того, что пришлось отбиваться, подавать иски на данных недобросовестных лиц, так еще в ответ мы получали массовую практику заявления встречных исков, тоже многомиллионных. И вся эта, скажем так, процедура длилась вплоть до Верховного суда, пока уже не был получен исполнительный лист на руки, и только в принудительном порядке удалось взыскать эти средства. Хотя, казалось бы, только ввели санкции. Сразу такая тенденция. Что же говорить про ликвидацию или хотя бы ее предпосылки? Ну, вообще тенденция такая, что как только появляются вот такие вот предпосылки, что юридическое лицо идет к стадии ликвидации, либо уже подает вообще заявление в установленном законном порядке о ликвидации, публикует эти сведения, должники в 99% случаев просто перестают платить и ведут очень такой аккуратный образ деятельности, как будто их это не касается. Вот. Решение данной проблемы тоже в целом уже, наверное, устояла на практике. Мы видим ее через уступку права требования. Эта уступка права требования, значит, сессия, да, может проводиться как на доверенное физическое лицо компании, так и на юридическое лицо, зачастую сестринское. Сестринская компания, если она имеется в Российской Федерации, вот, можно переуступить это требование самому участнику компании, если он фактически имеет расположение на территории Российской Федерации и может, в принципе, как-то защищать свои права, участвовать в процессе, то это, в принципе, можно сделать. Уступка права требования может быть произведена как до судебного разбирательства, так и в рамках судебного разбирательства. Ну, в целом, в рамках судебного разбирательства, наверное, ну, на мой субъективный взгляд, это будет сделать лучше. Просто потому, что суду это будет понятнее, кто у нас был изначальный
кредитор, а кто стал после. И все это, если в процессе суда будет происходить, то лишних вопросов в целом быть у суда не должно. Если же это делать до суда, возникают некоторые сложности, трудности. Ну, во-первых, общее требование к цессии, да, это то, что она должна быть обязательно возмездной. А второе, это обязательно должен быть проведен сам платеж фактически с подтверждением документальным, что оплата была действительно произведена по цессии. Потому что любой должник, первое, что делает в процессе, это оспаривает цессию. У нас тоже была такая практика, судились с недобросовестным генеральным директором, которым вывел из компании большое количество средств, тоже много миллионов, там ущерб нанес. А компания в целом с ним договорилась, заключила с ним соглашение, в рамках которого он обязался рассрочкой выплачивать данный нанесенный ущерб. После чего эта компания переуступила свое право требования сестринской компании и подала в процесс на ликвидацию подала. Собственно, генеральный директор решил, что его это, в принципе, не касается ситуации, и решил, в принципе, не возвращать никому денежные средства и залег на дно. Вот. Сестринской компании, которая получила право требования, было подано исковое заявление в суд общей юрисдикции. В целом, до кассации генеральный директор пытался оспорить цессию. Мало того, он подал еще в арбитражный суд два исковых заявления разных об признании договора цессии ничтожным и признании сделки недействительной. То есть и там он пытался это оспорить вплоть до кассации, пока кассация решения не вынесла. Даже были попытки в Верховный суд, насколько нам известно, там осталось безуспешно принятие данного заявления. Вот. Ну, это я к тому, что творит как бы ликвидация цессия с должниками и иллюстрирует, собственно, их поведение в этой ситуации. То есть все всегда пытаются оспаривать цессию, поэтому не стоит пренебрегать вот этими рекомендациями, которые мы сейчас назвали. То есть возмездность и обязательно провести платеж, потому что действительно важно, суды это проверяют и обязательно на этом сакцентируют внимание. Вот, в целом, по данной проблеме. Вот, у меня все, Кирилл, если есть что добавить. Да, спасибо, Алексей. Единственный момент, что желательно, если нет возможности, да, уступать требования, а все-таки хотелось бы средства с контрагента получить, желательно до того, как он проинформирован о процессе начала ликвидации, с ним также заключить мировое соглашение. Ну, то есть некое соглашение с дисконтом, по которому он заплатит до начала ликвидации, если он на это готов. То есть после того, как он узнает, что ликвидация началась, вот всплывут те самые проблемы, которые Алексей обозначил: нежелание платить, попытка затянуть это все и попытка сделать вид, что он больше ничего никому не должен. Но это не так, когда к нему приходит новый кредитор и дает ему все необходимые документы, это зачастую является неожиданностью, да, для данного контрагента, и потом выясняется, что он все-таки должен, и суд ему это все объясняет достаточно подробно, что задолженность никто в связи с ликвидацией его кредитора не списал, потому что у него есть новый кредитор. Вот. Так, Алексей, можно следующий слайд спросить? Да, соответственно, также есть момент, связанный с тем при ликвидации, что достаточно часто имеются взаимные требования либо от материнской компании, либо от дочерней компании материнской по займам. А, то есть российские структуры дочерние часто финансируют, и, соответственно, долг перед материнской компанией остается, он не закрыт, соответственно, выйти к ликвидации, когда у компании есть незакрытые долги, по закону нельзя. То есть компания должна погасить все свои обязательства, чтобы избежать банкротства. Вот. Но так как это в данном случае речь идет о том, что задолженность перед учредителями компании, то здесь возможно, в принципе, два основных варианта. Раньше было три, сейчас осталось два. Вот поясним, какие.
То есть либо, возможно, эту задолженность просто простить учредителю, вот, тогда у компании возникает инвестиционный доход, она оплачивает налоги и спокойно ликвидируется. Вот. Либо есть вариант более такой хитрый, экономный, да, для нежелающих оплачивать здесь дополнительно налоги с инвестиционного дохода. Он тоже, в принципе, работал в ряде случаев, но все индивидуально, нужно смотреть основания возникновения задолженности, да, как долго она копилась, есть ли там они проценты какие и так далее. Но смысл в том, что учредитель, если он участник, если он владеет более чем 50% доли компании, может оказать безвозмездную финансовую помощь, то есть принять об этом решение. Безвозмездная финпомощь налогом не облагается на прибыль от участника более чем 50% владеющих компаний. Но эту безвозмездную финпомощь участник фактически не перечисляет там, в Россию. Он фиксирует данное обязательство по ее перечислению и закрывает его зачетом с суммой задолженности, которая вам по договору займа была произведена. То есть фактически зачет встречных международных требований, изменение природы обязательств в данном случае и их закрытие. Вот, это позволяет формально отразить, что компания не получила внеинвестиционный доход, она получила финпомощь и закрыла ей зачетом эти требования. Но это более рискованный вариант регулирования по двум причинам. Во-первых, налоговая, недополучив средства, может заинтересоваться данным вопросом, да, если станет известно такой, условно говоря, системе взаиморасчетов. Формально это законно, но вопросы могут возникнуть, проверка может прийти. Вот. И второй момент у нас по поводу зачета с недружественными странами был целый ряд разъяснений Министерства финансов на эту тему. В частности, у нас один из последних, это было 14 октября 2022 года. Сейчас я открою. Нет, прошу прощения, в 2023 году, да, последнее было разъяснение о том, что зачеты, которые позволяют закрыть обязательства перед иностранной компанией, то также требуют разрешения правительственной комиссии. То есть к этому Министерство финансов по-разному относилось, да, в ряде писем 2022 года это допускалось, но в дальнейшем Минфин посчитал, что не только денежными средствами закрываются данные обязательства, но и встречными требованиями, и посчитал это недопустимым. Вот. Поэтому с учетом разъяснений последних Минфином зачеты не рекомендовано делать без получения разрешения правительственной комиссии. В данном случае зачет идет с обязательствами, возникающими в виде финансовой помощи и в целях ликвидации. Мы здесь прямо больших рисков в этом плане не видим. То есть отсутствие разрешения правительственной комиссии на данный зачет. Но вот риски с точки зрения налоговых органов и их проверки, они здесь вполне реальны. Вот, поэтому всегда есть вариант простить данную задолженность, заплатить налог. Но таким образом она тоже может, в принципе, быть закрыта. Алексей, тебе слово. Да, Кирилл, спасибо большое. Сейчас, секундочку. Следующая проблема – это контрактная ответственность за ликвидацию. Ну, стоит оговориться, это случай довольно-таки, наверное, редкий, если сравнивать все предыдущие проблемы, но, тем не менее, он встречается, и он очень важный. Вот. С этим стал в основном либо какие-то крупные компании, крупные импортеры, либо же лица, которые имеют длительные контракты, например, такие как поставка на конвейер на несколько лет вперед. В контрактах в таких могут быть предусмотрены большие штрафы за срыв каких-то долгосрочных обязательств, соответственно, там штрафы вообще космические могут быть, либо же может формально там формироваться какой-то штраф за начало процедуры ликвидации, да, законность этого оставляет вопросы, однако это формальный повод заблокировать процедуру ликвидации уже в самом процессе путем подачи искового заявления в суд. Это будет светиться во всех официальных источниках, налоговая это увидит,
соответственно, задаст вопрос, и есть риск приостановки, ну, высокий риск приостановки процедуры ликвидации. Поэтому здесь первая рекомендация, наверное, будет перед началом процедуры ликвидации проверять все действующие контракты на наличие таких долгосрочных обязательств, серьезных штрафов, и оценивать риски за начало, ну, перед началом процедуры ликвидации. Если они есть действительно и они высокие, лучше это решать до начала процедуры ликвидации, чтобы когда эта процедура начнется, посвятить себя всего ей и не отвлекаться на сторонние какие-то серьезные вопросы и задачи. Практика показывает, что это намного комфортнее, намного меньше нервов занимает и намного более высока вероятность того, что все пройдет гладко, спокойно и в нормальном ключе. Вот. Что касается, если же все-таки такие положения в контрактах имеются, да, здесь имеется, в принципе, два пути решения. Первое – это заменить сторону договора. Второй – это в досудебном порядке урегулировать спор с таким контрагентом. Что касается замены стороны договора, здесь, в принципе, ну, наверное, и по поводу второго решения тоже можно это обозначить, что тут двоякая ситуация. И исполнитель, поставщик и покупатель, условно, да, находятся здесь в одной лодке, можно сказать. Если один не имеет возможности исполнять дальше обязательства, страдает второй. То есть ему нужно что-то от первого, чего он давать уже не может. Поэтому ситуацию решать нужно. Выходить на контакт тоже нужно. С другой стороны, покупатель тоже понимает, что поставщик, который имеет планы ликвидироваться, он уже может не обладать теми ресурсами, которые были до этого, он может просто инициировать процедуру банкротства. Процедура банкротства в целом вообще в этой ситуации никому не нужна, ни первому, ни второму. Если первый, в принципе, просто затянет эту процедуру до нельзя, да, хорошего от этого будет мало. Но что касается покупателя, ему эта процедура не нужна еще больше, потому что денег он не увидит долгое количество времени, а проблемы текущие операционные решать придется. Искать нового какого-то поставщика альтернативного тоже придется. Это все время, это затраты, это нервы, это большой организационный процесс, ресурсы и все прилагающееся. Поэтому в целом в таких ситуациях стороны могут и имеют возможность договориться. Более того, даже соглашаются иной раз на каких-то альтернативных поставщиков, которые участвуют в замене стороны, да, по договору, но в более мелких, скажем так, объемах поставок. Это даже будет все равно лучше, нежели процедура банкротства, нежели тоже вариант с досудебным урегулированием выплат с контрагентом, да, тоже с каким-то дисконтом разумным, да, который стороны между собой согласуют. В принципе, тоже приемлемый вариант. Еще раз говорю, стороны в целом понимают риски, что действительно может произойти, если они сейчас не договорятся. И в целом это работает. У нас были как вот первый случай замены стороны договора, в принципе, успешно прошел, все просто в течение месяца это решилось. А другой случай тоже был с выплатами, тоже с дисконт предоставили, причем такой неплохой, и тоже в целом ситуация решилась таким образом. Ну вот, как бы практикой выработаны такие вот два решения. Редкий случай, еще раз повторюсь, но тем не менее они встречаются, бывает. Да, Кирилл, есть что добавить? Да, спасибо, Алексей. Хотелось только отметить, что очень часто, даже не вот на поставках на конвейер, это уже специфическая достаточно ситуация, очень часто эта проблема возникает по договорам аренды. То есть аренда складов, вот в первую очередь, да, неких логистических хабов и прочее, она подразумевает долгосрочные контракты, там, на несколько лет, там, на 10 лет даже. Вот. И в этих контрактах очень часто
Расторжение предполагается там за полгода, даже за год мы видели. До момента расторжения необходимо направлять уведомления, плюс платить компенсации, плюс там компенсировать инвестиции складов в организацию работы. Там очень сложные конструкции контрактные. Вот. И, соответственно, работа по урегулированию с контрагентом, расторжение этих договоров, она, во-первых, занимает достаточно длительное время обычно, во-вторых, предполагает некие издержки для компании. То есть это нужно понимать, и этот вопрос необходимо решать до момента подачи на ликвидацию. То есть у нас был случай, когда склад ни в какую не договаривался урегулировать и досрочно расторгнуть договоры, препятствовал ликвидации. То есть нам пришлось самим обратиться в суд и в судебном порядке расторгнуть договор, ввиду того, что все, деятельность прекращена, и, соответственно, там условия, как кабальные мы заявляли. Но вопрос в том, что задача была даже не выиграть этот суд, а по сути принудить контрагента к переговорам, и мы смогли на мировое соглашение выйти, зафиксировать четкую сумму выплаты за расторжение, которое устроило клиента. И поскольку с момента, когда суд утвердил мировое, уже все, уже апелляция невозможно его обжаловать, это все прекращает процесс, мы сразу смогли перейти к ликвидации. То есть эти вопросы очень серьезные, их нельзя оставлять на момент, когда уже компания решила ликвидироваться и неожиданно выявляется, что есть аренда и складов, и офисов, и контрагент упирается в принципе их расторгать. Желательно это поднять до начала ликвидации и урегулировать. Вот даже иногда самим в судебном порядке инициировать переговоры приходится, что поделать. Алексей, можно следующий слайд? Вот. Да, самая такая сейчас животрепещущая тема среди дочерних структур, которые решили ликвидироваться, да, у которых учредители недружественные иностранные лица, это проблема с нотариусами. Я думаю, о ней многие уже слышали, но те, кто не слышал, сейчас вот стараемся его раскрыть. У нас было официальное разъяснение Министерства финансов, принято 14 октября 2022 года, о том, что сделки, ну, ряд сделок требуют согласования правительственной комиссии. В частности, вот там последним пунктом, который как раз и взбудоражил нотариат в России, является пункт о том, что решение правительственной комиссии о согласовании требует иные сделки, влекущие за собой прямо или косвенно изменения или прекращение прав владения долями. Вот. И нотариусы очень неоднозначно к этому пункту относятся и относились, потому что неясно, а как быть с ликвидацией. И мы уходим в очень доктринально сложный вопрос, а является ли решение о ликвидации сделкой? Вот мы дискутировали достаточно долгое время там с рядом нотариусов на эту тему, да, то есть что доктрина считает сделкой, можно ли решение собрания считать сделкой, и суды неоднозначно относятся к этому вопросу. То есть кто-то считает решение органов правления компании односторонней сделкой, да, кто-то это не считает сделкой. Статья 8 ГК вообще разделяется, сейчас я ее открою, чтобы не быть голословным, вообще разделяет в данном случае понятие возникновения обязательств, возможно, из сделок и отдельным пунктом из решений органов управления. Да? То есть это разделяется даже в гражданском законодательстве. Отделяются сделки от решений органов управления. Плюс в судебной практике решения общего собрания не всегда считаются сделкой. Соответственно, решение о ликвидации с прекращением прав владения, по сути, участников компании, потому что она уничтожается, да, она прекращает свое существование. Нотариусы, которые признают это сделкой, они говорят, что, ну, есть формальное требование, вот без согласования правительственной комиссии мы ликвидировать, значит, компанию не будем с своей стороны, не будем заверять заявление о начале процедуры ликвидации, назначении ликвидатора. Соответственно, обращайтесь за получением согласия.
Вопрос, насколько это действительно требуется, возникает в том, что, а каковы последствия? Ну вот компания, если она не получила этого согласования на ликвидацию, у нее нет активов условно, она закрылась, никакие там права, обязанности третьих лиц, ничего не нарушено. Более того, даже если нотариус заверил документы без вот этих согласий, и не поданы в налоговую, налоговый орган, который в систему Министерства финансов входит, а налоговые органы ликвидируют такие компании, они не спрашивают, а что Минфин думает по этому поводу, да, там, отдал ли он свое согласие. Потому что, на наш взгляд, вот мы тоже с этим согласны, вот есть формальный процесс ликвидации, когда компания хочет добровольно закрыться. Отметим, да, что она не бросается учредителями, да, когда у компании нет средств, бывают случаи, когда учредитель просто переходит выходить на связь, и у компании нет средств, она остается в ЕГРЮ, в реестре, и налоговая где-то через год-полтора ее просто вычеркивает как брошенную. Да? Но эта ситуация некрасивая, и там, директор будет в этой ситуации отвечать, ну, есть такая вероятность, да, и, ну, он, правда, пишет заявление о сложении полномочий, но все равно это очень некрасиво. Ситуация. То есть препятствовать официально закрыться, урегулировать вопросы с кредиторами в данном случае неразумно, как минимум. Да, мы согласны совершенно с тем, что разрешение правительственной комиссии требуется, если компания выводит после расчета с кредиторами средства участникам за рубеж, да, свыше 10 миллионов. Это требование четко сформулировано. Но вот именно в плане самой процедуры подайте первичное заявление на ликвидацию. Здесь и ряд нотариусов с этим согласен, и мы с тем, что разрешение на это не требуется, соответственно, так как это не сделка. И нотариусы некоторые заверяют эти заявления. Но проблема в том, что их найти сейчас становится все сложнее, потому что если раньше процент нотариусов, который это делал, ну, был существенный, то сейчас уже их единицы буквально заверяют эти заявления, приходится постоянно обновлять контакты нотариусов, которые это делают, ну и, соответственно, с ними работать. Вот. Поэтому у нас уже несколько, уже более десятка ликвидаций мы провели, да, за последние 2 года. У нас сейчас есть актуальные возможности по нотаризации заявления. Да, после первого этапа назначения ликвидатора есть возможность сделать электронно-цифровую подпись для ликвидатора, и уже последующие этапы, то есть второй и третий ликвидации, это промежуточный баланс и ликвидационный баланс подавать вообще без нотариуса, то есть даже если нотариус в дальнейшем изменит свою позицию, но ликвидатор уже назначен, то абсолютно формально ликвидатор сам подает данные заявления, уже позиция нотариуса не требуется. Но на первом этапе это большая проблема, и, соответственно, ее решение требует вот постоянного мониторинга текущей ситуации. Вот. Алексей, передаю тебе слово. Да, Кирилл, спасибо. Хочу пожелать здоровья тем нотариусам, кто до сих пор заверяет эти решения. Их действительно мало осталось. Это вопрос такой щепетильный. Вот, но перейдем, наверное, к самому щепетильному вопросу, который сейчас есть. В целом стоит наиболее остро, уже более 2 лет, наверное, да? Это ограничение выплат дивидендов и иных платежей в недружественные страны. Вот, как известно, есть ряд принятых актов. Это указ президента вот, Российской Федерации номер 95 и решение правительственной комиссии, подправительственной комиссии, которую вы сейчас видите тоже на экране, 171/5. Ну, вот, соответственно, эти 2 акта устанавливают основные ограничения по выплате дивидендов и иных платежей в недружественные страны. Если мы говорим про указ президента, там лимитируется исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в один календарный месяц, и обязывает использовать счет типа С при исполнении обязательств перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Ну, вот, и тот момент довольно-таки неприятен и сложен. Если же капитал компании, активы компании составляют там не такую большую цифру в размере
условно 30-40 миллионов. В целом, до того, как организуется процедура ликвидации, можно провести несколько платежей ежемесячно в лимитах 10 миллионов рублей. Естественно, платить с этого налоги. Вот, как дивиденды выплатить их участникам компании. Вот. Здесь в целом такая схема работает, но если капитал компании будет, активы компании будут выше, скажем так, уже 50 и выше, то опять условно, опять же, то я к тому, что банк, который будет проводить эти платежи ежемесячно, может счесть эти транши как одной единой эффективной сделкой и может счесть это нарушением указа президента как раз-таки 95-го, который устанавливает эти лимиты. Вот. И просто заблокировать эти операции и не проводить их. Такой риск существует. С коллегами тоже общались на конференции. В целом такая практика тоже есть, к сожалению, не без этого. Вот. Что же касается самой процедуры ликвидации, то как это касается ликвидации, да, есть этап распределения имущества компании, то есть в которой компания после того, как погасит все требования кредиторов, которые к ней имеются, вправе распределить имущество своим участникам, учредителям, которые у нее есть. Вот. Но из-за этих ограничений выплатить там разово больше, чем 10 миллионов не получится. У компании остается только единственный способ, да, использовать счет типа С, а это очень специфический счет, который был разработан еще в 90-е годы в России для иностранцев, ну, скажем так, дочерних структур иностранных компаний в России. Вот он, в принципе, активно никак и не применялся все это время до 2022 года. Ну, в это время выяснилось, что так получилось, что выяснилось, что он очень удобен для заморозки, скажем так, активов иностранных в России, и большая практика его применения пошла. Ну, вот, с него нельзя рассчитываться с кредиторами, с него нельзя проводить какие-то коммерческие сделки. Вот, с него можно. У нас отдельный слайд есть. Следующий. Там подробно описаны все цели применения этого счета, куда и как с него можно что распределять. Просто в двух словах скажу, да, это в основном это погашение каких-то налогов, сборов, пошлин, штрафов, связанных с госаппаратом, вот, либо же это покупка каких-то государственных облигаций. Вот, ну, такой вот счет, он рассчитан на поддержку именно экономики Российской Федерации, с деньги из него назад уже не выведешь. Ну вот, и такие тоже ситуации в практике бывали, когда ликвидатор, являясь менеджером компании, назначили его, но он после того, как погасил все требования кредиторов, он взял и перевел остаток средств весь, много миллионов было, на счет типа С. Но после чего у него возникли новые требования кредиторов внезапно, ну вот в этот период появились, и ему изрядно пришлось, собственно, покраснеть перед менеджментом иностранной компании, чтобы, так сказать, выбить финансирование под эти цели. Понятно, что он действовал в рамках закона, он это объяснил, но тем не менее ситуация неприемлемая, такая неприятная. И не рекомендуем, конечно, использовать счет типа С, только ну, в крайних случаях вообще абсолютно. Вот, значит, какие решения есть в данной ситуации? А, извиняюсь, не осветил немножечко решение под комиссией, правительственной комиссии. Вот, ну, коллеги тоже об этом говорили. Данный документ тоже устанавливает ряд больших неприятных требований компаниям. В частности, если компания хочет распределить дивиденды либо погасить требования кредиторов, связанных с иностранным дружественным участием, она должна получить решение правительственной комиссии, соответственно, обладать рядом требований. Эти требования подразумевают хотя бы активные продолжение коммерческой деятельности компании. Помимо этого устанавливаются большие показатели KPI, лимиты размера распределения прибыли. Вот.
то есть дивидендов, требования по развитию и инвестированию в новые технологии в Российской Федерации, то есть тоже такие требования предъявляются по вливанию, скажем так, ресурсов в развитие экономики страны. Вот, логика такая, что, ну, многие уже столкнулись, тоже в курсе. Если уж хотите получать, можно так сказать, дивиденды, ну вот, прибыль выводить, то с другой стороны, пожалуйста, отдавайте стране больше, чем забираете. Ну, логика, по крайней мере, такая заложена. Вот. Соответственно, вот этот способ, ну, получить решение, разрешение правительственной комиссии при ликвидации, в принципе, невозможно, потому что одно из требований – это продолжение коммерческой деятельности, а здесь прямая ликвидация компании уже прямо в процессе. То есть этот способ здесь не работает, остается что-то типа С. А что делать с этими ситуациями? Ну, опять же говорю, если капитал компании, активы компании в целом не такие большие, там 30-40 миллионов остаток есть, да, то в целом еще до инициирования процедуры ликвидации мы бы рекомендовали распределять эти средства в рамках установленных лимитов. Вот. Там установлен календарный месяц, в целом, если там 30 и 1 числа следующего месяца проводить эти платежи, в целом банк их пропускает. А после того, как прибыль уже будет более-менее распределена и на счетах будет остаток, потенциальный остаток для распределения его по требованиям кредиторов, то в целом уже можно будет приступать к процедуре ликвидации, ряд вопросов уже будет снят. А второй вариант, он более сложный, он более специфический, он подходит, наверное, компаниям, которые уже имеют более серьезные обороты, более серьезные активы у себя на счетах, в принципе, на балансе. Это вариант с приобретением иностранной недвижимости вот, на территории дружественного России государства. Вот. Но сразу оговорюсь, здесь очень много нюансов, очень много таких индивидуальных проблем. И здесь как минимум требуется проработка и со стороны России, так сказать, полный анализ компании, полное понимание ее деятельности, все балансы, которые только есть, юридическая оценка в целом компании, так и проработка вопроса со стороны той страны, где планируется покупка иностранной недвижимости. А в июле 2023 года, если я не ошибаюсь, было разъяснение Минфина по этому вопросу. Как бы они подтвердили, что данный способ в целом легален, нарушений в этом нет. Но опять же, повторюсь, это очень такой специфический вопрос. Чтобы это организовать, реально требуется большая подготовка. В целом мы можем оказать содействие по этому вопросу. Вот, но как бы индивидуальный порядок здесь больше, да, других вариантов. Тут обобщить даже требования какие-то, ну, довольно сложно. Кирилл, есть что добавить? Конечно, я не против. Ну, хотел пояснить о том, что при ликвидации компании, когда распределяется имущество, оставшееся после расчета с кредиторами, если оно остается там тоже там, в пределах 10, 20, 30 миллионов, то в рамках 10 миллионных траншей можно выплатить участнику, да, в течение нескольких месяцев. Но обращаем внимание на то, что, во-первых, предельный срок ликвидации установлен на 1 год, то есть нельзя там заплатить 120 миллионов просто физически, да, потому что 2 месяца нужно ждать требований кредиторов и удовлетворить их, после чего идут выплаты участнику. И во-вторых, более там 2-3 траншей мы бы не рекомендовали делать, потому что возникнут риски уже со стороны налоговых органов, они могут посчитать это нарушением валютного законодательства, то есть по сути нарушением требований по лимитам. Это очень тоже спорный вопрос. Ну вот 2-3 транша вопросов обычно не возникает. Свыше мы не рекомендуем. Да? То есть если там уже сумма больше, надо уже разбираться, что с ними делать до момента начала процедуры ликвидации в идеале, а не в процессе, когда остаток средств необходимо распилить учредителю, а он достаточно существенный. Вот. Да, спасибо, Алексей. Да, у нас следующий слайд как раз-таки посвящен счету типа С.
Здесь как раз-таки общая его характеристика. То есть здесь можно увидеть, да, как я уже сказал ранее, это цель счета на уплату налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей, да, какой-то перевод, покупка облигаций федерального займа, да, перевод расчет на счета нерезидентов, ну, вот, который предусмотрен решением, ну и вот, многое другое. В целом презентацию организаторы, насколько я знаю, вам должны направить. У вас все, в принципе, этот список будет, поэтому не видим смысла о нем так подробно останавливаться, тем более, что многие требования уже вам известны. Вот, коллеги, я тогда, с вашего позволения, переключу на следующий слайд. Вот, тогда уже будем заканчивать. Кирилл, Максим. Да, Максиму, я думаю, возвращаемся. Да, Да? Алексей. Да. Ну, я параллельно отвечаю на вопросы. Вопросов очень много. Ну, вот, вопросы очень интересные, актуальные. В принципе, они уже у нас идут не совсем даже о самой процедуре ликвидации, да, а уже вопросы по там, о смене юрисдикции и так далее, как уже, как обойти ликвидацию, да? Я бы не сказал, что это такой страшный вопрос по ликвидации. Если у нас есть недружественный участник, то, ну, можно ликвидироваться. В принципе, нотариусы, как было сказано, нотариус заверяет заявление, да, пока еще, да. И, в принципе, прямого-то запрета у нас нет. У нас есть некие рекомендации и так далее. Есть письма, которые у нотариусов там разосланы, но тем не менее все еще можно ликвидироваться. Поэтому, в принципе, если нет желания ликвидироваться, да, есть желание все-таки сохранить компанию и сменить просто недружественного участника, да, то это как раз вопрос, Кирилл мне может прокомментировать. Вот, значит, мы как раз обсуждали с тобой вопрос. А если у нас недружественная компания, но хочет сменить участника? Ну да, мы и говорили о том, что это потребует разрешения правительственной комиссии через продажу, соответственно, его доли. То есть у нас сделки по отчуждению долей, они требуют разрешения. А, соответственно, это проблема потому, что необходимо будет выполнять все критерии, которые уже ранее обозначались. То есть это стоимость продажи доли, добровольный взнос в бюджет, самое главное KPI по продолжению деятельности, да, то есть что компания действительно продолжит свою деятельность. Поэтому зачастую принимаются решения все-таки там о какой-то заморозке деятельности и минимизации расходов. А если там, допустим, даже международная группа хочет продолжать деятельность, но не может ее вести через вот это лицо с недружественным прямым владением, да, есть зачастую возможность открывать просто новую компанию через дружественную юрисдикцию. Да, она там может быть связана с группой, и это тоже все равно несет риски как для группы, если это нарушается санкции европейские, там, американские, для головных офисов, если там есть прямая связь с группой. Но, условно говоря, через дружественные юрисдикции, если прямой связи с группой отсутствует, то некоторые свою деятельность продолжают. Вот. Также ряд наших клиентов, которые приостановили деятельность, просто изменили направление этой самой деятельности. Да? То есть они не прекратили работу. Они, например, поставляли товар, который уже ввозить нельзя, да, там из-за ограничений таможенных страны Европы. Они сейчас занимаются сервисным обслуживанием. Даже обороты выросли у многих. Вот. Поэтому разумный подход здесь помогает и остаться на рынке, и сохранить свои, да, прибыли. Да, есть проблема с выплатой дивидендов, но опять же, прибыль может реинвестироваться, она может Опять, аккумулироваться. да, Кирилл, сейчас, ага, я сейчас поясню, просто вот отвечая на вопрос Екатерины, возможен ли перевод юрлица в другую юрисдикцию, но, в принципе, здесь, как таковой, здесь, наверное, подразумевается перевод, да, есть такие механизмы довольно сложные, или все-таки перевод как купля-продажа доли, да, вот мы сейчас, Кирилл, пояснил про купля-продажа доли, да, которая требует согласия правительственной комиссии, если компания планирует работать, то это да. Можно, в принципе, подготовиться, и если есть планы работать, почему нет, да?
можно, в принципе, согласие такое, ну, это не какой-то заградительный барьер согласия, его получают. Да, есть там не так, в общем-то, часто комиссия там собирается для принятия решения, но согласия получаются. То есть это не есть какая-то большая-большая огромная проблема. Поэтому, коллеги, вопросы, которые у нас есть сейчас в чате, обязательно мы их до ответим все. Вот, вопросы, которые мы получили на организатора, их больше 40, мы также на них ответим. Значит, мы их, как я уже сказал, мы их все скомпонуем, и все ответы выложим на нашем телеграм-канале. В любом случае, никакой вопрос не останется без ответа. Значит, вопросы в целом, ну, в целом понятны, да, потому что некоторые колеблются, вот, что делать, продолжать работать или же все-таки ликвидироваться или замораживаться. Мы, безусловно, не сторонники там, того, чтобы вот именно закрывать бизнес, да, окончательно. Вот, опять же, наше мнение, да. Но вы должны понимать, опять же, у некоторых есть причины для этого, да, серьезные. Ну, там, большие средства на счетах, да, ну вот все уйдут средства на счет типа цену. Что делать, да? Как в таком случае поступить? Ну, многие действительно замораживают свою деятельность, вот, и дальше планируют ее, ну, то есть меняют стратегию развития, например, да, ищут способы, как продолжить работу. Вот. Некоторые сокращают штат и так далее, как было уже сказано, и все-таки остаются здесь на рынке. Вот. Есть определенные способы, об этом было ранее сказано, по деинвестированию, да, по поводу средств за рубеж, там очень ограниченные возможности, вы всегда можете закупить товар, да, вот, за эти средства. Купить, приобрести иное имущество, но в любом случае это все останется на балансе компании, да? Вот. Поэтому нужно смотреть по перспективам, по стратегии развития вашего бизнеса. Непосредственно, кто решил ликвидироваться, пишите вопросы нам на сайт напрямую. Постараемся вам ответить, дать консультации, комментарии свои по этому поводу. Если у вас сложности с нотариусами, мы вам порекомендуем, значит, нотариусы, которые работают сейчас в этом направлении, они понимают, да, что некоторые ограничения, накладываемые Минфином, да, они, может быть, избыточны. Да, и есть еще такие, как сказал Алексей, смелые нотариусы. Вот. Что касается заморозки деятельности, тоже пишите нам на почту, постараемся вам ответить, если какие-то вопросы у вас возникают в процессе. По налогам то же самое, мы вам прокомментируем на текущие вопросы, дадим ответы исчерпывающие, потому что что касается ликвидации компании с недружественным участием или с дружественным, да, по непосредственно самой процедуре ликвидации, да, там механизмы, они, в принципе, идентичны. Да, поэтому, если у вас задолженность есть по налогам, то, соответственно, ее нужно закрывать. Вот. Так что это как бы очевидные, да, моменты. Там возникают вопросы при распределении имущества. Да, и в данном случае, как я уже сказал, имущество распределяется учредителем. Денежные средства остаются на счетах типа С. В любом случае, мы желаем всем, кто решил остаться на рынке сил и значит, больше энергии для того, чтобы все-таки найти возможности продолжить работу на российском рынке. Те, кто принял решение о ликвидации, ну, к сожалению, что делать? Это решение, оно может быть политическим, головного офиса. Поэтому придется с этим столкнуться. К тем, кто решил
пока что приостановить свою деятельность и в любом случае там пока еще остаться в России. Это тоже решение, оно стратегически может быть верное. Вот. Ситуация может измениться в любой момент у нас политическая. Вот. И там быть на низком старте, чтобы активизировать свою деятельность, тоже может быть правильной стратегией. Вот. Поэтому, наверное, будем заканчивать. У нас время уже на исходе. Спасибо вам огромное. Пишите на наш канал, подписывайтесь. Обязательно дадим все ответы на ваши вопросы. Желаем вам хорошего дня рабочего. Сегодня четверг, завтра пятница, скоро выходные. Так что Василя здесь меня поддержит своей красивой улыбкой, что скоро все уже потихоньку начинают думать о классных выходных. Погода у нас вроде выровнялась немножко, поэтому я желаю всем хорошего завершения, продолжения и завершения недели. Надеюсь, что мы были для вас полезными. Еще расскажу на вопросы, все мы ответим обязательно.